Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Противостояние света и тьмы». Хочу поприветствовать нашего гостя, гостя Шейх Курбана. Шейх Курбан, салам алейкум. Алейкум, салам алейкум. Шейх Курбан, спасибо вам за эти обсуждения, которые мы с вами уже проводим на протяжении многих передач, можно сказать, больше 20 передач мы с вами записали. Изначально мы с вами выяснили, что есть имамы с точки зрения Корана, есть имамы имамы истины есть мамы э, заблуждения, вот. Потом начали с вами рассматривать испытания, которыми будут испытаны верующие люди. И в первую очередь мы сказали, что первым испытанием является именно поражение, поражение, э, которым будут испытываться мусульмане, мусульмане. И в первую очередь, если э, выделять из истории Одно из таких поражений, то это именно поражение, которое произошло во время битвы Ухуд, когда мусульмане э, потерпели поражение, и тем самым можно сказать, как бы Всевышний Аллах отделил истинно верующих от неверующих. Вот, и так далее также приводили другие моменты, и после мы начали с вами обсуждать именно тему разделения, то, что разделение также является своего рода... محاولة كبيرة للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستئن وهو خير ناصر وممعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الضائمة على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أهلا بكم أيها Мы говорили о том, что вы совершенно точно напомнили, но есть один момент, который, на который необходимо акцентировать внимание. Это смешение, смешение, mm -hmm. и мы говорили о том, что это смешение должно завершиться триумфом. Этого должно стать полное разделение. И после полного разделения После этого разделения каждый должен занять свое место. Да. И мы говорили также о том, что человеческая история завершится именно этим разделением. То есть разделение в определенной степени произойдет и в этом мире к концу времен, и к, и к триумфу и к концу человеческой истории. И после этого, после того, как это разделение произойдет, Произойдет и победа. Победа истины над ложью. Ну, частично эти разделения также бывали. И в событиях Ашуры да, мы с вами приводили. Совершенно можно верно. сказать и про события, уход, можно и по другие события да, сказать. Другие события. Можно, в частности, сказать про события фейн например. Ну да. Про разные события. Ну, числа сказать. тех событий, которые мы с вами перечисляли. Я только перечислил на эти. Да, уход. есть, но ну. события Ашуры. Конечно же, оно неповторимо в этой, да. с этой точки зрения, и оно уникально с этой точки зрения. Обратите внимание, в наших текстах, в священных текстах, его светлость 12-й имам, Махти, Раджах, Шариф, известен как тот, кто отомстит за imam Сейналиса да. То есть о чем идет речь? Конечно же одним из э, проявлений этого смысла является, в том числе, и возвращение Раджаат, да. но этим все не ограничивается. К восстанию, к ко времени прихода Его Светлости, это разделение в какой-то мере произойдет, то есть в Его время, во время Его восстания произойдет это разделение, разделение э, верующих от неверующих и Здесь в первую очередь, конечно же, речь идет не, не о месте над личностями тех, кто принимал участие. Здесь речь идет именно о движении, об этом направлении. Это смешение есть. И смешение, здесь мы по поводу смешения говорили, определенные важные и нужные моменты подчеркивали, в том числе и то, как на верующих влияет это, смешение, как на неверующих влияет это смешение. Мы также вкратце говорили о том, почему это смешение произошло, для чего оно нужно, в чем философия этого смешения. Я бы хотел бы ознакомить еще с одним преданием по поводу философии и смысла этого смешения. Но прежде чем зачитывать это предание, подчеркну, что предание, конечно, передано несколькими путями передачи, но все-таки все они являются слабыми, до uh -huh. степени Таватура это предание не доходит, являются слабыми. Но, так или иначе, пользу это предание нам может принести, потому что слабые предания, как таковые, точкой опоры быть не могут, мы не можем опираться на слабые предания uh -huh. для того, чтобы тельные взгляды, тельные точки зрения, тельные убеждения свои доказывать, Показывать. но Слабые предания, от слабых преданий отказываться мы тоже не имеем права, угу. не можем. Почему? Потому что э, порой слабые предания являются, э, то есть играют немножко другую роль. Может, могут быть неким таким красным сигналом, неким таким предупреждением, угу. неким, некой пищей для размешения. Не обязательно, чтобы мы да. непременно убеждались в нем, неким таким... Э, фундаментами точкой, точкой отправки наших мыслей, угу. на чем мы можем устроить свое понимание дальнейшее, и могут раскрывать некий смысл. Угу. Обратите внимание, Мы Аль сейчас указываем а... именно на эти предания, да, как да. сказать? Да. Это одно предание, переданное несколькими путями. Это аль-кафи приведено, передается, что передается от имам сад, Который сказал Инна ва а аара а да мин Мы говорили о том, что в результате этого смешения происходит заимствование угу. И приводили в связи с этим тексты Заимствование да. качеств и особенностей, характеристик То есть это процесс двухсторонний Как верующие заимствуют у неверующих, так и неверующие заимствуют у верующих и его святый Самам Сады Галисалатвасалам говорит, что Всевышний заимствует качество, нравственность, нравственные качества аулия ихи, тех, которые ему доверились, тех, которые последовали за ним и приблизились к нему, своих приближенных. Он заимствует у них? Заимствует их а. нравственные качества угу. ада'аху а. своим врагам. Угу. Заимствуют нравственные качества своих приближенных рабов, аулия'ихи, тех, которые доверились ему, были благодарны ему, тем, которые были неблагодарны адаху своим врагам. фи а. Для чего? Для того, чтобы Аулия Уллаха, для того, чтобы приближенные Аллаха, те, которые доверились Ему и были благодарны Ему, чтобы они имели возможность жить среди врагов Аллаха. Опять-таки, мы в философии этого, почему они должны жить вместе, почему должно произойти такое смешение, мы говорили, должен быть шанс у неверующих. Должен быть шанс э, исправиться. Наставиться на верный путь, избрать верный путь. И, конечно же, испытания и очищение верующих. Испытания и очищение верующих. <свят> они должны жить вместе, они должны быть смешаны в этой жизни. Но в этом предании говорится, что всевы... чтобы это было возможно, чтобы это смешение, это совместная а, жизнь, в одной стране, в одном обществе, было возможным, Всевышний заимствует им, своим врагам, нравственные качества своих приближенных рабов, аулияхи, угу. чтобы они были, могли жить вместе. А почему враги должны обладать нравственными качествами аулияуллах, чтобы эта совместная жизнь стала возможной? Почему? Разве в противном случае они не могут жить вместе? если бы они не обладали нравственными качествами приближенных Аллаха. Потому что ахляк, нравственные качества, возвышенные качества, их источником, это отдельная тема, и можно долго на эту тему говорить и обсуждать, но так или иначе, коротко я скажу, основой всех достоинств, основой всех возвышенных и нравственных качеств, всех без исключения – является покорность единому Аллаху, угу. является суджут и руку, преклонение перед Ним. Угу. Является тавадо, самоприниженность перед, перед Всевышним. Это основа всех нравственных качеств. Тот, кто этими особенностями не обладает, тот, кто не подчинен Аллаху, тот, кто не преклоняется перед Ним, тот, кто не самопринижен перед Всевышним тот не может обладать вообще никакими нравственными качествами, потому что основой всех нравственных качеств является именно преклонение и самоприниженность перед единым Аллахом. А откуда эти нравственные качества у тех, кто этими качествами не обладает, этими особенностями не обладает Всевышний, заимствуют их у тех, которые самопринижены перед Ним, у тех, которые преклоняются Ему. Так вопрос заключается в следующем. Разве они не могут быть Разве. и жить вместе? Жить вместе, если враги Аллаха не обладают нравственными качествами друзей Аллаха? Угу. В предании говорится валя валя тараку валиян каталуху. Если бы неверующие не обладали бы этими качествами? Если бы Всевышний не даровал бы им эти качества, то эти люди, неверующие люди, неблагодарные люди, не оставили бы на земле ни одного друга Аллаха, ни одного единобожника, ни одного человека, который вошел в этот круг наместничества и вилаята Аллаха, и убили бы всех, если бы не эти качества. То, что мы видим, например, в Коране, в Священном Коране говорится, неоднократно что были люди в прошлом которые убивали пророков это качество тех людей которым не заимствована которым не дарована нравственность нравственность друзей аллаха они сразу же бросаются к убийствам они бросаются к тому чтобы убить уничтожать и стереть с лица земли мы это из истории видим но это движение, оно не такое глобальное, оно не, 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 не такое масштабное, каким могло бы быть, если бы не эти качества, которые даровал им Всевышний, позаимствовав и для них эти качества у тех, которые благодарны Ему. Угу. Поэтому а что именно мы хотели указать? Мы говорим переданием? о том, то есть каким образом, почему, некоторые качества угу. неверующих, как, то есть одна из причин, угу. почему некоторые качества угу. веру неверующих а, являются угу. качествами на самом деле верующих. Мы угу. говорили об этом. Это одна из причин, чтобы что, чтобы это совместное проживание было было возможным совместное да. проживание, которое является благом благом для верующих. Они Очищаются аману, они очищаются через это столкновение и взаимовлияние. И также это является своим родом благ, благом для неверующих, мы говорили. Это как бы своего рода шанс для них, как вы сказали. Конечно, вне всякого сомнения, угу. совершенно верно. Также мы говорили о том, что через испытания, то есть одним из а, тех факторов, которые приведут человеческую историю к разделению веры и неверия верующих и неверующих станет, станут испытания, и в связи с этим мы, как вы совершенно точно сказали, упомянули в том числе и поражение. Испытания. Опять-таки, необходимо заметить, что испытания здесь не ограничиваются да. какими-то определенными видами. Мы просто приводим примеры для того, чтобы наши телезрители mm. могли более ясно и четко представить… И более яркие примеры. Да, да яркие примеры приводим. Одним из примеров было, что было поражение, неудачи э, и поражение. Еще одним примером мы приводили из Аятов священного Корана ⁇ это власти и могущество неверующих. Это также мы приводили. И последнее, что мы приводили, последний пример, это разделение угу. общины верующих, общины мусульман последователи его светлости посланника Аллаха салялаху алейхи То есть мусульманская община должна разделиться и в этой общине должны появиться тауты То есть кто такие тауты Мы говорили это mm. лидеры, которые таковыми самим Аллахом не назначены И зовут они к себе, зовут они к чему угодно, только не к Аллаху Почему? Потому что Аллах их не назначал на эту должность Они являются таутами Выводят людей из света к тьме. Совершенно верно. мина нури или Но эти табуты, почему именно внутри мусульманской общины должно произойти это разделение на группы, на течения, на учения, на школы mm -hmm. и так далее? Почему? Разве не хватает того разделения, которое имеется вне этой мусульманской общины? Есть аль китаб есть мушрикин, есть и такие, есть и такие и так далее. Почему? Потому что именно в этой общине, именно в мусульманской среде, может появиться Таруд, который надел на себя обертку и одеяние истины, который преподносит и преподает, подает себя как истинного лидера, истинного единобожника, который является имамом от Аллаха. И это, конечно же, вне всякого сомнения испытание, испытание для верующих. Будут ли они обмануты этой оберткой, этой этой видимостью истины и набожности и благодетелей или нет, они увидят нутро и всю тьму и весь мрак, который заключен внутри этого явления, этого движения того-то Поэтому одним из этих испытаний является разделение. Но, говоря и о других видах испытаний, которые, я напомню, должны привести к этому разделению, о котором Всевышний неоднократно говорит, атаямиз, альхабиса, менятаиб или говорит и так далее. Неоднократно валиумахис Аллаху Неоднократно Всевышний говорит об этом разделении. Еще одним испытанием, которое должно привести к этому разделению, являются победы. Ну, то есть, победы являются в успех, Являются победой, успех, благополучие, прогресс и так далее. Это тоже является своего рода испытанием. испытанием и трудностью, через которое Всевышний разделяет верующих от неверующих. Обратите внимание, в суре Али Имран я приведу угу. одну из Аят, 140 маяте Всевышний говорит Ямсаскум парехон фапат мяса лакома карахонмитлу. Всевышний говорит, что да, вы потерпели поражение при уходе. Опять-таки, это Сура Али Имран, там довольно-таки подробно рассказана вот эта вот история с этой битвой. Это важнейшее, это даже намного значимее, чем многие другие битвы, в том числе и те битвы, при которых мусульмане одерживали победу. Угу. Всевышний обращает внимание верующих на это событие и говорит,

Мы будем даровать им победу, мы будем даровать вам победу над ними, будем даровать им победу над, над вами. Зачем? Угу. Почему? ладина аману. Угу. Чтобы понять. Не только через поражение Всевышний хочет понять, но тоже через победу. И через победу Всевышний определяет и отделяет верующих от неверующих. И чтобы в поражениях даровать вам мученическую смерть. Это для чего нужно? Для чего нужно это поражение и победа? Для того, чтобы очистить, возвысить верующих и постепенно, медленно уничтожать неверующих и отделять их от рядов верующих. поражение мы понимаем, да, поражение может быть испытанием, а каким образом победа является испытанием для человека? Это очень хороший вопрос, на который сам Всевышний mm -hmm. отвечает. Всевышний говорит, Валякат садагакум, валакат садагакум ада». Всевышний сдержал то обещание, которое Он вам дал. Mm -hmm. Какое обещание Всевышний давал верующим, победу. ид mm -hmm. когда вы их одолели, когда вы их убивали, то есть имеется в виду неверующих. То есть Здесь, так же, как и в предыдущем аяте, в котором сказано «факат مَسَّ قَرْحٌ что их тоже поразила рана, имеется в виду в битве при Бадре. Когда мусульмане одержали победу. Да, когда мусульмане одержали победу. И также о, о, битве при Бадре говорится здесь, в этом аяте, когда Всевышний говорит وَلَقَدْ садага кумуллаху ваадаху из тахусунахум». То есть Всевышний сдержал свои обещания, когда дал вам победу над ними. Имеется в виду при Бадре. И он сдерживал свои обещания. До, до каких пор? Хатта ида фашильтум. До тех пор, пока вы не расслабились. Это очень интересно на самом деле. И битва при уходе подтверждает этот момент. Здесь победа и поражение очень тесно связаны между собой. То есть победа, которая поразила мусульман при уходе, причиной, в том числе одной из причин важнейших причин поражения верующих были их победы. Угу. Были их победы. Из-за того, что они расслаблялись? Они расслаблялись в том смысле, что они через свои победы обогащались, угу. развивались, угу. происходил определенного рода прогресс. Угу. Их жизнь становилась лучше, безопаснее, страха меньше, и они погрузились в самих себя. Они стали расслабляться и погружаться в мирскую жизнь и требовать именно мирской жизни. И Всевышний об этом говорит: фашильтум это, – это, это исполнение этого обещания, то есть побед, дарование побед продолжается, пока вы не расслабились. И до тех пор, пока вы не стали припираться о деле. То есть, и ослушались после того, как мы дали вам и показали вам то, что вы любили. То, что вы любите. Uh -huh. Что Всевышний через эти победы даровал им? Даровал им мирское. Аракума, Тухибун. Он показал вам. Но вы ослушались. Когда вы достигли мирского, вы стали асайтум, то есть вы ослушались. Вы ослушались после того, как получили мирское Юриду Дунья. Среди вас есть те, которые хотят мирского. И среди вас есть те, которые хотят будущей жизни. Сумма сарафакум анхум. И, то есть, сумма анхум, то есть, Всевышний даровал им победу над вами, не дал вам одолеть их, победить их. То есть, таким образом, победа и поражение здесь очень тесно связаны. И разделение бывает и при победе, и при поражении. Совершенно верно. Люди, Всевышний, даровав им, они расслабились, и вера в них стала Ослабевать. То mm -hmm. есть это мирская жизнь, блага мирской жизни, успех, карьерный успех, я не знаю, любой, военный успех, политический успех, победы, успех, они таким образом действуют. Они отделяют лжецов от, от правдивцев. Победы, успех, mm -hmm. комфорт, который человек обретает в своей жизни. Угу. человек может быть может потерять свою веру и оказаться в числе лжецов то есть среди, э, в числе тех людей которые утверждали своей вере но на самом деле оказались неверующими неблагодарными и, и лжецами этот человек может потерять веру как вследствие поражения например как вследствие того что он может э, обеднеть потеряв свое имущество свое состояние он может разувериться в Боге, так и наоборот. Человек бедный, который обладает верой в Бога, опять таки, мы здесь просто яркий пример приводим mm -hmm. с имуществом. Но этим не ограничиваются успехи и неуспехи, этим не ограничиваются есть э, известность, есть популярность, есть любовь окружающих, окружающих есть ненависть окружающих, mm -hmm. есть Уважение окружающих, неуважение окружающих. Здесь разные могут быть проявления этих поражений и побед. Угу. Человек может опозориться в каком-либо обществе. Общества бывают разные. И во многих обществах те нормы, те правила, которые царят в этих обществах, они ничего общества с законами Аллаха не имеют. Например, есть народы мусульманские, и называть имена не буду, просто качество этого народа. У угу. них считается позором выйти замуж за представителя другого народа, даже если тот из мусульман, из числа мусульман. Это позор. Всевышний а, не запрещает этого. Это закон Аллаха. И мы видим, что а, подобные браки заключали непорочные угу. с представителями других народов. Здесь нет угу. ничего плохого. Это никоим образом не порицается. Позором является, а, то есть, когда человек заключает брак с нечестивцем, да. а не представителем того или иного народа, то есть постигает этого человека в этом народе позор, когда этот человек заключает, выходит замуж за представителя другого народа. Угу. Это тоже своего рода поражение мирское. Угу. То есть проявления поражения и побед могут быть совершенно разными. И как поражение, так и победа может лишить у всех разные факторы, для каждого человека разные факторы. И на что хочется обратить внимание в этом аяте, обратить внимание из этого аята, священного Корана, который мы, с которым мы ознакомились, который мы вычитали, в этом аяте священного Корана ясно и четко прослеживается одна есть ясная мысль. Поражение, оно было вследствие слабости эти люди отошли от религии Бога минкумен юриду дунья среди них стали появляться люди которые требовали мирского и они хотели мирского то есть я хочу сказать что поражение является продолжением победы и вот этой слабости и отсутствия непоколебимой воли и решимости двигаться к и приближаться ко всевышнему Отсутствие этой воли привело их именно к этому поражению. Поэтому необходимо обратить внимание верующему. Верующему человеку необходимо обратить внимание на то, что победы, успех, благополучие, прогресс, успех в мирской жизни также является испытанием для него, также является средством отделения правдиво от лжеца. Шея Курбан, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Правда, было очень интересно вас слушать. Иншаллах, на следующей передаче я задам пару вопросов и продолжу. Шея. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Следите за нами. Иншалла дальше будет еще интереснее. Ассаламу алейкум и